был в работе у нас велосипед трек, четвертая серия, модель 43.2.0. Велосипед очень легкий, прикольный, но он был на вибрейках, то есть переднее колесо и заднее колесо были на вибрейках. И вот пример полного ТО, можно так сказать, что мы здесь сделали. Во-первых, мы поменяли заднее колесо, потому что там втулочке было уже очень плохо, она болталась и обод начал протираться. Но поскольку мы сюда поставили втулку под кассету и на промах, под дисковый тормоз, а на раме была возможность, то мы поставили вот такой вот очень хороший качественный тормоз Tecra Aries, именно дисковый. И поменяли полностью линию, причем рама подразумевает установку дискового тормоза, но креплений под рубашку нет, поэтому она закреплена на хомутах. Поменяли полностью трансмиссию, то есть поменяли каретку, поменяли шатуны, поменяли цепь, поменяли заднюю кассету. И вот это вот все как бы полное обслуживание. То есть мы не трогали вилку, мы не трогали переднее колесо, не трогали руль и монетки. Поменяли только вот полностью заднюю часть. Примерную стоимость ремонта я сейчас сказать не могу, но по работе это вышло меньше, чем 1500. А вот по всем запчастям, где-то в диапазоне от 10 до 15 тысяч получился полный ремонт. То есть это замена колеса на промах и замена всей трансмиссии. Значит, что еще предстоит владельцу здесь поменять? Скорее всего, резину в конце сезона. Скорее всего, через годик пойдет переднее колесо под замену, потому что видите, какой износ обода достаточно сильный. И плюс передней втулки тоже будет, соответственно, плохо. Но вилка подразумевает установку дисковых тормозов. Ну и вилку тоже можно поменять, потому что, видите, очень много грязи, она уже люфтит, болтается. Поэтому, если клиент надумает, то надо будет менять и переднюю часть. Сейчас у нас похожий велосипед будет в ремонте. Там можно будет сказать полную замену всех запчастей. Но, грубо говоря, обойдется это 1020. То есть, если велосипед новый стоит 25, то, грубо говоря, вот 20 тысяч это замена всех колес, вилки и полностью трансмиссии. Соответственно, рама, там руль и седло стоит, соответственно, 1005 примерно в себестоимости ремонта и в себестоимости нового велосипеда. Вот такой вот пример.